Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд на огороды. Что на этот раз огороды нам дадут, вы сегодня узнаете. Надеюсь, находки нас порадуют не меньше, чем в прошлом году по осени. Во время майских праздников и до майских праздников на огороды можем ходить. Это как вам намек новичкам. Потому что многие не знают, когда копать, где копать. Вот, по весне нужно копать на огородах. Ну и по осени, когда соберут урожай. Это очередной мой лайфхак, как находить и где находить. Результат сегодня вы увидите. Есть, нет. Прошлые копы тоже посмотрите. Огороды, находки Кучерявы. Его, короче, тарантул укусил. Такие две дырки, блин. Сейчас у нас Ростик как Человек-паук здесь будет все собирать. По паучи все монеты, да, в своей сети, блин. Ты монету выкопаешь, а Рус такой. Точно. Нет. Точно. Вот видите, ребят, Серега вот кюрсари, блин, хреначит, блин, и он угорает уже, как Человек-паук, так, и монета у меня стыбзит, и монета стыбзит, и у Сереги тоже. Ну, наверное, Русик сегодня точно будет чемпионом. Ну, ладно, посмотрим, как наш Бэтмен, а не, не Бэтмен, Человек-паук, ёпты мать, будет нас лямзить из-под носа. В прошлом копе у меня он пятак, блин, прям из-под носа вытащил, блин. Ладно, идем, смотрим дальше. Пойдет. Идем дальше. Десятый год. Надо будет смотреть. Забираем. Продолжаем. Заберем. Почему именно стараюсь выбивать это место? Потому что здесь очень много мусора, кирпича. Нашли монету. Здесь комрад или комрадша, скорее всего. Как вот без этого невозможно. Да, ну судя по гурту, деньга. Монета, не понял, видно, что Елизавета, а какая, чё? Даже протру об штаны. Да простит меня супруга. И чтоб, когда возвращались домой, быстро утирали этот бардак. Время – деньги. Ну что, ребят, удаляемся мы со свояси, по этому огороду нам не получилось походить, но походили вот по заросшему участку. Ладно, сейчас переедем на другое местечко и там посмотрим, что у нас получится эдакое. Итак, ребята, ходим по огороду, спросили у хозяина. Вот хозяин сейчас отошел. Вы знаете, вот у меня выпал, вот он круглый, круглая монетка. Вот, Серега прям, знаете, прям вот только что вот здесь повернул. Чуть-чуть бы, и он бы зацепил. Его бы прибор однозначно бы зацепил, потому что всего-навсего на полштыка лопаты, и выпала монетка. Он просто рядом, рядышком прошел и не зацепил ее. А мог бы. А что за монета, к сожалению, пока сказать не могу. А, это Павлик. Копеечка павловская. Видите, полоска?
проходит полоска. И это означает, что Павел. Год, к сожалению, сказать не могу. Но я с уверенностью могу вас, что это копейка. Да, копейка Павла. Сейчас даже год скажу. 1801, Еемовский. Вот такая вот монеточка. Тут ходим просто на удачу, знаете, провел катушкой, зацепил. Чуть влево-вправо и сигнал ушел. Так что ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня находка, и она достойна вашего внимания. Смотрите, какой перстень. Ох, перстень хорош. Правда, поломанный. Но факт в том, что здесь, сейчас почищу, возможно, какая-то символика. Вообще огонь. Прикольный, красивый, поврежденный, но все же красивая вещица. С таким вот рисунком у меня как бы еще не встречалось. Рядом Серега ходит. С этого огорода только Рустик поднял монетку. И вот я вот такой вот перстень. Прикольная вещица. Прикольная. Забираем. Итак, ребят, ходим рядышком с Серегой. И у меня колечко. Я бы вам его не показывал. Серега до этого тоже колечко подымал. Обручалка. И вот еще одно обручальное. Широкое. Но факт в том, что он с рисунком. По всему периметру колечко имеется какой-то рисунок. Вы, наверное, сейчас через эту камеру не увидите, но рисунок присутствует. Довольно-таки толстое кольцо, но это медь. Вот такое зачетное с рисуночком колечко. Пойдет, заберем. Кольцо только обручал. Так, Рус, что ты говоришь, кольцо? Вот она, красавица, да. Монетка приятная. Это, наверное, одна из лучших монет, которые сегодня были. Это, наверное, по-моему, вторая монетка у Сереги, которая хорошего, бодрого. 1790 год. Екатерина. И, судя по всему, это деньга. Или копейка. Наверное, все-таки деньга. Ну, приятный. Приятно. Монета. Ух ты, какая крошка! Какая крошечка пришла-то, а? Ух ты, блин, ну красавица, красавец. Хозяйская собачка пришла. Вообще классная такая. У меня собачка куда крупнее. И по сравнению с моей собакой, это, я не знаю, какая-то кошечка. Хорошая красавица. Такса. Ладно, зачет. Находки потихоньку, но идут. Идем дальше. Итак, ребята, здесь вот я только что вам... Да ладно тебе. Серега только что здесь вот поднял Катю. У меня был сигнал, но я поторопился и побежал снимать. У меня тоже вот под лапкой сигнальчик. И вот на монета. И это у нас Николай. Николаевская монетка. Ну, копеечка, да. Не подходи, здесь наше место. Да, молодец. Отгоняет Рустам от наших монет. Вот на пятачке две монетки. Молодец. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, рядом с Серым. И он даже удивился. Говорит. Двушка. Монетка. Какал, наверное, да? Да ну так все. И вот такая вот монетка. 1812 год. АМ. Наполеоновская. Год войны с Наполеоном. В принципе, неплохая такая. Хорошая, зачетная. Орел подзатерся. Ну, орел. Орел, да. При жизни. Достал. Угу. И не глубоко. Не глубоко? Ну, блин, я
то ли не зацепил, то ли проходил мимо и достал. Вон ложка выкапывала здесь вот. А вот здесь вот монеты. Дошел, да. А вот следующий. Это я здесь тоже так проходил. Ну вот видите, случай от случая. Катушка не прям вел, и все, и не достал. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, не успел я от Сереги отойти. Вот на эта ложка. Вон ямка закопанная. Он шаг сделал. И где? Где, Сереж? Вывалил сбоку. Нет. А, во, вижу. И это, походу, снова душка. Да, такого же сохрана, такое ощущение, как будто Серега ее снова закопал. Я буду удивлен, если опять двушка будет 12-го года. Нет, на этот раз 16-й. И орел нормальный. Классно, зачетно, молодец. Цепляет молоток. Вот такая эта двушечка. Красивенькая. Две подряд за считанные секунды. Класс. Зачет. Ребят, мы собрались здесь по поводу вот этой монеты. Вы здесь вот достал рустик. Мы здесь, наверное, 150 раз все проходили. И двушка. Еще 99-й год, смотри, какая зеленая. Ай, да, сохранчик, смотрите. Победно станцует. Ох, огонь. Это, наверное, лучшая монета сегодня. Смотри, как 99-й. О, буквы большие. Что там, цифры большие? Нет, обычная, ага. Ох, хорошая монетка. Блин, не глубоко. И как мы тут вот ходили и пропустили. А какой-то Фишер 44 достал. Лопату тащил. Не, лопату я тащил по той стороне. У меня всегда рука в левой стороне. Я вот здесь вот проходил. Да, я вот держу вот так вот и тащу. Вот видите, вот моя лопата, след. Вот. Обошел ее такой. Я обошел, смотрите, видите? Да, тут вот видите, как работает фарт. Либо дед подкидывает, либо ты. Держи. Красавчик. Ладно. Рустик пляшет. Но заслуженно пляшет. Вырубуш, что ли, да, похоже на какой-то вырубуш. Закапываем. Ладно, идем дальше. Может, еще что выскочит перед домом-то. Итак, ребят, под кваканье лягушек, под пение зеленых у меня выскочила монета, наверное. Нет, не монета. Это у нас маниста. Ясно солнышко. С одной стороны у нас месяц добрый, а с другой стороны у нас солнышко. Вот такая вот маниста. У меня похожий вариант есть. Даже не похожий, а такой есть. Так что это у нас маниста. Счетный жетон. Ладно, как находку может забрать. Ну что, ребят, по находкам у нас получилось, в принципе, сегодня неплохо. Весь день оттарабанили по шмурдяку. У Рустика вот такая интересная накладочка. Это у нас от браслета. Интересно то, что оно в белом цвете. Вот такая вот еще одна лабуда. Не знаю, что. Дальше. Еще по шмурдяку. Смотрите. Вот такой вот перстень. Вообще классный перстенек. Рисунок оригинальный. Очень красивый. Дальше пуговка. Тоже из разряда шмурдяка. Интересная. Очень тонкое, узенькое колечко такое. Я не знаю, на что его одевали. Я не знаю, девчачий какой-то. Хочу спросить вас также, что вот это? Серега угорает. Говорят, туда засыпают махорку. Кое-какую. Вот, и еще одна такая же лабуда. Я их не снимал. Колечко. Вот смотрите, с узором. С каким-то любопытным, интересным. Ну и по монетам. Самое вкусное, самое интересное. Получилось как-то вот так вот. Самое ништяковое, что у нас получилось. Рустик поднял вот такой вот. Классный кругляшок Павел Первый.
2 копейки, 1799 год. ЕМ. Дальше. Что еще было у Рустика интересного? Вот такой вот, я не знаю, возможно, перечекан. Здравствуйте. Так незнакомые. Нас знают, здесь знают. Самара. На рыбалку, что ли? Да-да, вроде да. того. А, что, тут других, что ли, нет, это? В Казани здесь рыбы много. Здесь. Там вот есть. Сейчас туда поедем. Да. Очень приятно. Очень приятно. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать видеокоп. Солнышко садится. Бабушка нам помешала закончить. Все-таки она выяснила, что мы не рыбаки, а кладоискатели. Любопытная бабка стала расспрашивать, сколько этот металлоискатель стоит, сколько это. Для нее это очень кучеряво. Говорит, насколько часто вы капываете монетки? Но я сказал, что на 1000 капков где-то 10 монет. Но она, конечно, репу свою почесала. Да, вот такая бабка любопытная, разговорчивая, кое-как ее сопроводили. Ну, к чему я? Сейчас видеообзор находок, которые мы сделали. Получилось у нас у каждого по 6 монет, у каждого 6 монет. Но все равно по характеру, достоинству монет Серега и Рустик, конечно, спорят. У Рустика самая классная – это двушка Павла Первого, идеальная. А у Сереги это деньга Екатерины и Елизаветы. Скорее всего, копейки. Или деньга. Обе. Вот, ну, они прям красивенькие, классненькие. Ну, а у меня всякая хрень попалась. Ну, ничего. Вот такие вот цветочки я припас своей супруге. Она обожает, когда я приезжаю с копа. И преподношу ей полевые цветы. Обожает. Вот, так что лайфхак. И вам советую. Домой приедете, и вам будут рады. Не только, что вы вонючие, грязные, голодные, но еще вот с таким приятным сюрпризом. Ну а сейчас давайте посмотрим находки. 666, да? Это получается 18 монет, да? Сегодня 18 монет. Вот, ну и сопутки много. Это еще то, что огороды, ребята, выбиты, которые выбивали в том году. Они все же дали. Так, что у нас еще интересного? Из первого ряда ничего. Из-за второго ряда, пожалуй, можно отметить две монеты. Это вот такая вот, 1790 года. Приятная такая. И вот такая вот Лиза. Из третьего ряда ничего интересного нету. Как-то получилось вот так вот. Неплохо. Пишем в комментарии, у вас лучше или хуже. Ну и на этом все. Всем пока. Серега, помахай ручку. Передай Ярику привет, который с нами не поехал. Да, он жаль, бы не поехал. А то было бы у меня не 6, а 12. Больше, да. Устал Ярик, говорит, блин, нахрен надо так далеко ездить и ни хрена ничего не откапывать. Шучу. Просто спать хотел, пацан. Понять можно. Руки, ноги болят с непривычки. Да. Ну и все, ребят, всем пока. До новых встреч на копе, на чистке. Также каждый день у меня были видеосюжеты по чистке мылом. Если не смотрели, обязательно посмотрите и будете делать шикарные монеты. Итак, ребята, ну что, на 6-й день я вам хочу продемонстрировать, что у меня получилось. И именно на 6-й день у нас вышли еще 3 монеты. Все, на этом точно пока.